Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что готовит вам ближайшая неделя. Предсказания на рунах. О, девочки, на ближайшей неделе будут у вас какие-то испытания. Ну, у кого-то из вас это может проиграться как экзамены, какое-то тестирование, какие-то проверки по работе. Поэтому будьте внимательны. Еще смотрите, по Рунихоглаз это какие-то разрушения. Ну, конечно, не в прямом смысле слова. Вот, это может что-то уйти из жизни, ненужное уже вам. Закончится какая-то ненужная болезненная ситуация. Да, вот здесь спокойствие полное. То есть все успокоится, все гармонизируется. То есть и вы успокоитесь, самое главное, после какой-то ситуации. То есть какая-то ситуация завершится. Завершится, и вы будете чувствовать себя уже в ближайшую неделю уверенно, спокойно. Плюс я вижу помощь мужчины, либо старшего по возрасту. Не просто помощь, помощь и покровительство. Либо мужчина, который старше по должности. Вот, либо какой-то высокопоставленный чиновник. В общем, от мужчины я вижу помощь и покровительство. Вот. И еще ждет вас, вот, я думаю, благодаря этому мужчине, это может проиграться даже как ваш начальник, я вижу либо повышение в должности, либо займете какие-то лидерские позиции прямо в коллективе. То есть, если вы работаете, то это, да, именно успех в работе или новая должность, да, повышение в должности. Вот. Если вы не работаете, ну, к примеру, бизнес, то это успех в вашем бизнесе при помощи вот этого чиновника, да, или мужчины постарше. Вот. Если же вы и не работаете, и бизнесом не занимаетесь, то, скорее всего, это встречи с вашими родственниками. И, возможно, даже какое-то торжество празднование. Для кого-то, кстати, может проиграться как предложение руки и сердца. И не просто предложение там со стороны мужчины, а как помолвка. Вот. Ну и поездка еще вас какая-то ждет. Вот поездка как раз к родственникам вполне возможно. Или на какое-то торжество к вашим родным, близким, друзьям или знакомым.